не понимаете? Час по чайной ложке, блин. Да, я уже не вижу. А где скорая? Нету. И мы без скорой, нормально. Менты-то они, по-моему, нафига приехали вообще. Котляр, давай лезь, спасай мужика. Ага. Джуди, садись, он тебя ждет уже. Кто? Мужик, спасай. Да-да-да. Он орёт, Котляр, снимай меня. Ты тут не замерзла стоять? Полурока. Смотри, смотри. Опан. Подожди. Покатился. Ну, сейчас покатит. И сам идет. Да, 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 еще нормально как это. Все, он сел посидеть. Я в шоке. Эй, он куда лезет? Как ни в чем не знал, как будто он там урок не висел. Он пьяный, я кажется, он командует. Ой, руки у него красные. Там и пыль, и грязь. Ему надо одеть что-то, дать, скорую вызвать. Вообще, что за фигня? Сейчас соседи. Что он говорит? Его сейчас еще отвезут. Ты знаешь, что он им говорил сейчас? Ну? Что, говорит, вы вообще мне грязные маты постелили, я на них падать не буду. А руки растирает. Перчатки. Грязные маты ему, ладно. Что мы на них уркаемся, это ничего, а ему падать грязь. Еще одна полиция приехала, скорой нет, уже то полиции полный этот. Ну вот три полиции стоят минус скорой. А что скорой? Его сейчас увезут в психушку. Психушку? А как? Да. Суицид, все. И по жизни не будет ничего. Да. Ну походу. Тебе говорят уже все. Причем-то стоят. Оба-на, еще приехали. Зелененький, вы даже. Сейчас посидит еще по это, по базаре там. Он ждет, пока его снимут, так как на экскладе. Со спецэффектами. Сейчас закрываю вообще. Идет уже? Нет. Мне холодно, капец. Чужевы хоть остались, лезешь нормально. Да ему главное, чтобы руки не отморозили там. Ну, он его растирает, перчатки. Ну, сейчас тепло хорошо. Он висел 40 минут. Холодно.